слушать. Уважаемый Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов, иностранных наемников, надежно заблокирована. То, что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь», заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить эту работу. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Если это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Есть. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, это успех. Поздравляю вас. Спасибо большое.